Профилактика, безопасность и ответственность за жизнь людей. Бобруйская городская организация «АСВОД» – одна из лучших в республике. Доказательство тому – улучшение инфраструктуры для работы спасателей, глубокие знания детей и подростков о правилах поведения на воде и, самое главное, спасение 221 человеческой жизни. Бобруйчане находятся под пристальным контролем профессионалов на трех спасательных станциях. Перед началом купального сезона весь личный состав спасательных станций проходит аттестацию с получением допуска к работе. На базе учреждения здравоохранения нашей станции скорой медицинской неотложной помощи проходят типовые занятия по оказанию неотложной помощи для медсестер и личного состава спасательных станций с принятием зачетов. На собрании присутствовало 179 членов организации. На нем обсуждали следующие вопросы. Был избран городской совет АСВОДа, утвержден список делегатов на 25-ю областную конференцию и единогласным решением был переизбран председатель. На мероприятии также были отмечены грамотами и ценными подарками лучшие сотрудники АСВОДа, ведь их профессионализм – наша безопасность. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.